крепление порвалось, так я теперь узлом завязываю. Узлом завязываю. Самый лучший ремень. Видишь, ты тогда подогнал. Или я у тебя отжал. Нигде сейчас такие не продаются. Они тонкие и удобно. А сейчас все толстые. Жопник пока не брать идут. Там, думаешь, там лом с собой едут обратно? Не знаю. Давай, наверное, не будем. Давай, тогда я тут оставлю. Нет, дай патрон у меня. Я пустой. Снимай, как будет, пока ты же все. Всем привет! Приехали на охоту на уток сегодня. Попробуем тут по Староречью походить. Взял с собой своего ежа старенького выгулять. Сейчас собираемся, тихо говорю, потому что вот Староречье уже тут внизу. Подъехали к самому краю. Верхнему Макару. Место называется Асташиха. Раньше сюда часто на уток ходили. Специфика охоты такая, оно такое сильно заиленное, даже открытых участков нет. Ну, вода-то есть открыта, но все в траве, то есть на спиннинг не половить. И вот идешь по кромке этого Староречья, и получается, спугиваешь уток, которые подпускают правило близко. Ну, что там, как успеешь, по кустам придется ползать. Ну, 25. Один остался. Карман пихнул. В последнее время часто спрашивают норму отстрела. Сейчас посмотрим, какие в этом районе. О, гуси, утки. По 5 штук можно стрелять. Так что можем десяток смело валить. Че, какой план действует? На краешку. Наверное, разойтись. В эту сторону надо идти ведь? Нет. Надо одному отсюда начать шарить. Ну? А второму там ждать. С той стороны люди. Да вот по дорожке пройти, хотя бы посередине встать. Если что-то взлетят туда, так. Или это сюда. Навстречу друг другу идти. Погоди. А речь-то вот туда идет. Он вот так вот подковывает. Ну? Вот. А дорожка-то вдоль него идет этот вот. Сейчас тут открытая вода много будет. Ага. Ну, они до открытого. Короче, не знаю. То есть да, там вот у края встать одному, да? Потом отсюда идти получается, да? Вот я иду сейчас на краю Староречья. Вон оно. Высокий-высокий берег. Тот низкий. Русло реки раньше тут было. Папа туда пошел. До самого края. А я сейчас пару сотен метров пройду. И буду вниз за менти. Может что, слетит из травы. По крайней мере, раньше так охотились. Я уж тут лет, наверное, 20 не был. Попробуем. Только спустился к озеру. Хотел налево идти, а справа вон утки плавают. Штук, наверное, 5, может, 7. Попробую подкрасться. Папа подождет. И с этой стороны слышу, что покрякивают. То есть, если я по ним выстрелю, скорее всего, поднимутся. Калина. Не спелаешь. Попробуй подкрасться. Похоже, чирочки. Маленькие какие-то уточки. А может, и кряква.
подкрался, видел? Крякухи, не успел выстрелить. Блин, и уплыли далеко. Смотри, два червячка, подождал, пока сплывутся. Бах, оба готовы. Тут с той стороны поднимается стайка и прямо вштык налетает. Попробуй черка в этого попади. Короче, первого промазал, второго стрелял вообще одному, а упал какой-то вообще другой. Короче, вот надо будет еще поискать вот там. Нашел. Быстренько, хорошо. Троечкой даванула. Продолжаем дальше. Третьего червячка я нашел. Сейчас убираю и пошел к папе. Там я слышал, что утки крякали. Да, вон слышу, он там крякает, меня уже ждет. Короче, камеру на голову нацеплю и пошел. Там воды больше намного, бобровая плотина. Ну, буду как-то проходить. Прошли, папа сказал, что которых я тут слышал в траве-то после моих выстрелов залетели, а там-то червячки сели. Мы сейчас обойдем и с той стороны попробуем к ним подойти. Пойдем дальше. Тяжеловато тут, честно говоря, ходить, но в принципе все реально. Все реально. Раньше вот так вот и ходили самотопом. Так вот идешь, идешь, они то тут взлетит, то там взлетит, то подкрадешься. Так вот и охотились. Такой вот у нас промежуточный итог нашей охоты. Я взял трех червячков. Хотел загонять туда уток, как уже говорил. Увидел, плавают кряку, черки в перемешку. Подкрался, подождал, пока два сплывутся. Выстрелом с правого ствола с 0,5 сужения стрельнул. Подбегал, уже не успел. А они кружок дали и налетают. В лоб прямо промазал. В угол стрелял в одну, упала другая. Ну, короче, нашел ее, повезло, сразу же нашел. Хорошо, что не под ранок. Нет у тебя ножика? Большой. Да далеко? Нет, вот он. О, даже один охуел бы от этой сабли. Там жена сопля висит, так осторожно. Сдвинь чуть подальше его, а лучше сюда положи. Я думаю, ты не остановили руки, собрался стрелять. Я помню, рябчика стрелял не раз, а не раз так вот стрельнул. А он у меня мимо морды так туда. Рябчик запал, и он так не удержала рука-то. А я с левой руки. Снимаю. Думаю, Димка будет стрелять. Он раз садится, а Димке-то неудобно. У меня тут север. Одной рукой снимаю, другой рукой. Бям, есть. Кто-то голодный. Да. Двух рук. Огурцы ем, да. После переживчика продолжили дальше вдоль старой речи идти. Вот оно. Прямо внизу вода. Сейчас как-то надо вниз спускаться и пробовать еще тропить этих уток. Здесь тогда отзывались, да? Леша, 40 лет манкута. Михалыч, я сколько годов был? Я скажу, 90, наверное, 3-го года манок. 30 почти лет манку. Папу оставил в засаде. Там на Староречии. Сейчас вокруг пойду и уже в его сторону пойду.
попробую кого-нибудь выгнать. Староречье. Вон ближайшие дома, буквально 150 метров. Короче, прямо от деревни. Начинаю свой маршрут. Вон он. Внизу здесь уже Староречье. Так что все, пошел. Сунулся в двух местах. Там топь вообще. Я этой стороной пойду, туда никак не пройти. Ага. Просто говорю, что я не там, а тут пойду. Ага. Сунулся тут, сунулся там. Трясина. И там даже к кромке болота с той стороны не подойти никак. Поэтому отсюда пойду, где высокий берег. Тут хотя бы твердо идти. А то Староречье. Вот оно. Тут высокий берег. Вон сосны торчат. А здесь трясина. Стрелять, конечно, будет архи неудобно. Ну, попробуем. Вот я лошара. Только сказал, что сейчас пойду дальше. Там уток взлетают не достать. Шаг ступил. И вот она. Тут прямо на открытом месте сидит. И смотрит, как я разговариваю. А я уже камеру отсюда убрал. И посидячий. С 20 метров. Короче, обнесло. Троечкой стрелял. Вроде скучная ствола стрелял. Короче, нифига. И в лед не попал. Широконоска сидела. Две штуки. Естественно, улетели не на папу, а в эту сторону. Лошара. О, тоже стреляет. Все, прошел. Очень тяжко идти. Вот такая вот круче. Везде с одной стороны вершину еле видно. Постоянно туда-сюда ползает. Вон уже папу видно. Все, наверное, тут уток нет. Вот которые эти плавали, наверное, они и есть. Смотри, оттуда летит. Я ружье поднял. Пропустил, бах, промазал потом, как в стрижнево, 4 корпуса вперед, бах. Ну, в общем, я как дребезнул, радости были полные штаны. Потому и сижу, что, наверное, иди тогда вытряхивай, я пока утку достану. Щепки выгребать надо. Ляхва, Леша, папа, ты тебе орел? Куриной жопой. Подожди. Фотографируй. Финальный кадр. Знаешь, как проверять, молодая или нет? За клюв вот так берут. О, молодая. Видишь, клюв. Держи. Клюв это погнулся, значит, молодая. Все. Вот такая у нас вышла охота на сегодня. Думаю, на этом можно завершить наш вояж сегодняшний. Вояж, вояж. Три черочка и крякуха. Три серочка, 8 мазов и финал всей басни такова. Почему 8-то? 7. Там 5, да тут 2. Ну, может быть. Ну, раз ты попал. Мораль всей басни здесь же и конец. Записан в рапорте. Цыганка и пиздец. Ha, ha, ha.